Приветствую вас, дорогая молодежь. Зовут меня Евгений. Мы с нашей частью молодежи приехали из города Осинники Кемеровской области. Тема наша, она перед глазами у нас. «Да познаем Бога истинного». Вопрос, а вот как мы себе представляем Бога? Ну вот много было мыслей, рассуждений о том, что нам нужно важно познавать Бога. А каким мы себе представляем Бога? Ну вот в нашем мире, в котором мы вращаемся, люди по-разному себе представляют Бога. Однажды я слышал такую историю, и ну, думаю, что она как бы будет некоторым контрастом, как вообще люди представляют Бога. Внуки приехали к бабушке, бабушка была истинно верующая, в углу у нее там иконки были. И вот она, уходя в магазин, внукам говорит: «Дети, ведите себя хорошо, Боженька все видит». Бабушка ушла в магазин, внуки подставили стульчик и развернули тех, кто все видит, и начали заниматься своими делами. Какое у этих детей было представление о Боге? Ну, настолько вот как они. Раз вот, вот то, что вот бабушка сказала, все видит, ну, а чтобы не видел, надо как-то от этого оградиться. Мой папа больше 30 лет проработал в шахте, и говорит, интересно, что там в шахту спускаются все и разных деноминаций, национальностей. И вот есть люди, которым по их вероучению сало кушать нельзя. А для шахтеров сало – это, в общем-то, привычная еда. С собой берут забутовку. И вот эти люди, которые, которым сало кушать нельзя, когда им задают вопрос, ну как, тебе же нельзя. Он говорит, а здесь Аллах не видит. Какое представление у этих людей о Боге? Ну что Бог – это как-то что-то такое примитивное. Можно отвернуть, можно спрятаться туда, где Он не видит. А вообще, вот у нас, у христианской молодежи, какое у нас представление о Боге? В перерыве мы с братом Андреем, когда рассуждали о некоторых вопросах, и вот так складывается такое понимание, что мы настолько привыкаем к Библии, мы с детства читаем, кто-то детскую Библию начинает читать, кто-то потом взрослую, и у нас какое-то представление о Боге складывается. Но как важно, чтобы нам понимать, познавать, какой Бог есть на самом деле, и какие должны быть у меня отношения к Нему. Прежде чем я скажу, о каком качестве я хочу порассуждать, я хочу еще прочитать одну историю, или напомнить одну историю, точнее, не буду читать всю историю. Это вторая книга Царств, 6 глава, история, когда Давид, царь, утвердился на царстве, и у него появилось желание ковчег Божий перевести в тот город, в котором он жил. С 3 стиха 6 главы мы читаем. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахия шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, на цитрах, на псалтырях, на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина». Как вам кажется, как вы думаете, какое представление у Давида было о Боге? Правильно или неправильно? Ну вот если по порядку, он к этому моменту перевести ковчег в свой город, он отнесся как будто бы так, ну, торжественно. И музыкальные инструменты, и люди здесь собрались. Собрал всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. Такой торжественный праздник. Но при всем этом Давид не учел одну важную деталь. Нельзя делать, как хочешь. Вот почему погиб Оза? Оза, почему погиб? Он хулил Бога, он скверные слова говорил, или он что-то плохое сделал. Почему погиб Оза?
Потому что царь Давид не что-то не предусмотрел, и Оза сделал то, что не должно было делать. Вообще, для Озы стало привычным, что ковчег был в их доме. И когда из их дома повезли, он переживал, чтобы ковчег не упал. И вот теперь получается, вроде бы ничего особенного Оза не сделал. Он просто хотел предостеречь, чтобы ковчег Божий не упал. Но так как ковчег не должно было вести на колеснице, а должны были нести левиты на плечах, не должен его не касаться никто из людей, а только левиты, Господь здесь показал, что Он Бог святой, что Он Бог всемогущий. И написано, с этого момента Давид устрашился Господа. Да, Давид, мы знаем, от юности знал Господа. У него было представление о Боге, и он псалмы составлял, он хвалил, славословил. Но вот в этом моменте он как будто бы что-то недопонял. И вот через эту историю мы видим, что и поразил его Бог там, Озу, за дерзновение. Вообще, порой мы так привыкаем, что вот Бог – это любовь, Бог – это... Кстати, я хотел говорить о тему о милосердии, но когда я рассуждал в свете нашего общения, то подумал, что мы настолько привыкаем, что Бог милостивый. А порой нам нужно вот в контрасте как бы увидеть, а Бог ведь не только милостивый, Он и судья строго взыскивающий. И в данном случае такой величественный праздник. Никто не ожидал, что будет такое вот неприятное событие – смерть. Но Богу приходится иногда в нашей жизни допускать такие события или такие моменты, чтобы нас встряхнуть, чтобы мы маленько встрепенулись. А действительно ли мы знаем Бога? А правильно ли мы служим Богу? А делаем ли мы все так, как Бог от нас ожидает? Как я уже сказал, многие из нас с детства читают Евангелие, Библию. Мы, может быть, многие события знаем. А вот действительно ли мы в своей жизни, личной жизни, так понимаем Бога? А или, может быть, мы похожи часто на тех детей, которые думают, да, Бог любит, Бог простит, Бог не заметит, Бог как-то, что это, разве важно? В данном случае мы видим, как будто бы ничего страшного Оза не сделал. Он просто поддержал ковчег, но Бог его за это наказал. И вот мне хочется на такую деталь обратить внимание, что Бог – это судья строго взыскивающий. И вот теперь, если мы сопоставим нашу жизнь, сравним, вот, может быть, мы никогда, как Оза, не касались ничего, как вот ковчег такой, что-то святое, священное, да? А если сравнить нашу жизнь или наши поступки с поступками Озы, может быть, в нашей жизни были поступки гораздо хуже, чем у Озы? И если Бог Озу за это наказал, а что ожидает нас? Но в данном случае Оза был сразу поражен, сразу умер. А вот в нашей жизни, если нам проанализировать нашу жизнь, что нас ожидает? Наш Господь – это святой Бог. Наш Бог – это всемогущий Бог. Наш Бог – это всевидящий Бог. И Он знает не только наши дела, поступки, Он знает наши мысли. И Он знает нашу внутреннюю сущность, каковы мы перед Ним. Но и в то же время Он много милостивый. И вот мне хотелось на это качество обратить внимание. Пророк Даниил так отзывается о Боге. 9 глава, 8-9 стихи прочитаем. Даниила, 9 глава, 8-9 стихи. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушались гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков». Ну и дальше он перечисляет, что сделал Израиль. Вот здесь у Даниила было правильное представление о Боге. Мы согрешили. Мы согрешили. Мы грешники. А у Господа нашего милосердие и прощение. Вообще, не всегда мы можем встретить такое присутствие строгости и милости. Вот если брат говорил о суде, вот каким нам представляется судья? Если мы бы оказались на суде, каким нам представляется судья? Не так давно я оказался на суде, но я не подумал, что это настолько все серьезно. Мне показалось, что это мелочи какие-то.
мы там не, на работе не соблюли, не вели журнал учета вот этих всех операций, дезинфекцию нужно делать и так далее. Ну и меня привлекли к ответственности. Ну, я пытаюсь ей объяснить, что, в общем-то, никто нормально не объяснил, что нужно делать, что не нужно. А судья, ну, потом, как я, до меня дошло, что это, оказывается, судья, она мне говорит: так вы признаете свою вину или вы хотите наказание по полной мере? И вот теперь выбор: наказание принять или признать свою вину. Ну, я как бы не до конца понимал, что я виноват, ну, или думал, что я не виноват. Но и в то же время то наказание, которое она озвучила, мне тоже не хотелось принимать. И вот я понял, что там, ну, как бы, вот если я признаю свою вину, значит, как бы милость будет в какой-то мере явлена. А если не признаю, то будет, ну, по максимуму. Даниил говорит: мы согрешили. И он понимает, что Бог, он их действительно наказал, 70 лет они в плену, но он понимает, что у Господа нашего милосердие и прощение. И мне хотелось в заключении нашего общения сосредоточить наше внимание на то, что я думаю, что если спросить, поднимите руку, кто здесь не считает себя грешником. Наверное, мало было бы таких рук. Мы каждый по-своему, анализируя, вспоминая свою жизнь, представляем, что мы действительно грешники. Мы достойны наказания. Но, к сожалению, наверное, как вот я, когда был на суде, мы иногда думаем, что мы можем оправдаться. Я думал, что можно спокойно объяснить, что, ну, я не знал, как что нужно делать, поэтому вот как бы, ну, оказался виноватым. А там не ждали моего объяснения, там был вопрос, наказать меньше или наказать больше. И вот иногда у людей такое складывается представление, ну, вот особенно у неверующих людей: да мы там с Богом договоримся, я ему объясню все, мы с Богом договоримся. Как вы думаете, это возможно? Ну вот, находясь на этом суде, я понял, что здесь объяснять поздно. Надо было объяснять раньше, не здесь. Ну, там, тех, кто привлекли к ответственности, может быть, там объяснять. Судья выносит приговор. Наказать в меньшей мере или в большей мере. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение. Мне хотелось наше внимание сосредоточить на то, что наш Бог – это Бог милостивый. Да, Бог, Он может нас наказать. И нас есть за что наказать. Если нам каждому проанализировать свою жизнь, нас есть за что наказать. Но у Бога милосердие. Сегодня брат уже упомянул эту историю, я тоже думал вспомнить. Вот к Иисусу Христу привели женщину, грешницу, и люди требуют: вот ты учитель, ты, ну, как от Бога, и теперь ты вынеси суд, вынеси решение, эту женщину нужно наказать. Иисус Христос проявил величайшую мудрость. Он не сказал, что она невиновна, а Он сказал: кто из вас без греха, первый брось камень. И люди начали анализировать себя. Наше сегодня собрание, заключительное собрание, хочется, чтобы мы продумали, обратили внимание на себя. А я грешник или нет? Если я грешник, то или я нуждаюсь в помиловании, в прощении, или я буду доказывать, что я невиновен. Но разве это разумно перед Богом доказывать, что я невиновен? Ведь я сам знаю, что я грешник. А у Господа нашего милосердие и прощение. Как хорошо, когда в сердце есть вот это правильное понимание. Если я грешник, если я согрешил, то я нуждаюсь в помиловании. Кто нуждается в том, чтобы его оправдали? Ну, вернее, когда человек, ну, не сделал преступление, а на нем все же как бы значится вина или его обвиняют, он хочет, чтобы его оправдали. А вот милуют того, кто заслуживает наказания, но тот, кто имеет эту власть, он как бы снисходит или заменяет ее меньшей мерой, может быть, наказания, или вообще освобождает от наказания. Вспомнил такой еще пример. Два человека, они, по-моему, учились в одном классе. И так случилось, что один, он был такой, ну, ему все хотелось познавать мир, и он думал, что он достигнет счастья в этом мире. И, ну, жизнь прошла так вот, в таком, ну, как бы сказать, многого, может быть, достиг, но в итоге пришел к самому минимуму. А друг его и одноклассник, он оказался, ну,
известным прокурором в этом городе. И вот, значит, на определенном этапе этот человек опять оказался на скамье подсудимых, и у него такой вопрос. Интересно, это же мой одноклассник. Ну, разве он меня осудит? И у него вопрос, что он будет делать? И этот прокурор запросил, чтобы вот так как такая-то вина, вот такого наказания он заслуживает. Ну, и этот друг, значит, огорченный, надо же, вместе когда-то друзьями были одноклассники, теперь так поступил. И, значит, наложил определенный штраф на него. И потом, когда через время он приходит к нему и говорит, ты не переживай, я не мог поступить иначе. По твоему преступлению ты действительно заслушаешь такого наказания. Но так как я тебя люблю и уважаю, я за тебя штраф заплатил. Вот наш Господь, Он действительно строгий. Он святой Бог. И Он за наши грехи нас должен наказать. Но по великой своей милости, по великому своему милосердию Он Сына Своего Иисуса Христа послал на эту землю. И Он, Иисус Христос, Сын Божий, стал жертвой за наши грехи. И Он единственный может простить нам грехи. У Господа Бога нашего милосердие и прощение. Бог не только проявляет к нам милость, Бог не только проявляет к нам милосердие, но Он и прощает. Как вы помните, когда Бог прощает, после этого что происходит с нашими грехами? Кто помнит такой текст? Прощает и не вспоминает боли. Грехи наши бросает за хребет. Это делает Бог. В книге Михея написано так. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что он любит миловать. Наш Бог любит миловать. Нет, не потому что он безразличен к нашим грехам. Нет, не потому что он как бы не замечает этого. А он в сущности своей, Бог есть любовь. Он любит миловать. И я бы хотел, чтобы наше молодежное общение закончилось радостью спасения. Вот в нашем собрании есть два рода грешников. Есть грешники, которые испытали милость Божию, которые получили прощение грехов, которые могут радоваться, что действительно Бог милующий. И это очень хорошо и прекрасно. И мы имеем мир, покой в сердце, имеем свободу. Но есть в нашем собрании те, кто понимают умом, что Бог может помиловать, но они еще это не испытали. И поэтому хотелось обратиться к тем, кто мучается в своих грехах. Кому кажется, что он дошел до такого состояния, что дальше опасно жить, дальше нельзя жить, дальше не хочется жить, дальше тяжело жить. Вот мне хочется обратить внимание, что есть тот, который милует и прощает. У Господа нашего милосердие и прощение. Вот если уйти с этого собрания и на сердце гнет греха, кто еще может от этого освободить? Если вы будете заниматься спортом, освободитесь от этого гнета. Если вы пойдете в салон красоты и приведете себя в более лучший вид, вы освободитесь от этого. Если вы, может, много добрых дел сделаете, освободитесь от этого гнета, который гнетет, гнет греха. Гнет, когда я понимаю, что я грешник, а Бог строгий судья, и Он может за мои грехи меня привести к ответственности. Никто нас от этого не освободит. А вот тот, который и строгий, и наказывающий, но он в то же время и милующий. И вот Слово Божие говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Единственный источник – это Иисус Христос. Это отображение Божьего милосердия к нам, к людям. Божий Сын, безгрешный, который недостоин был умирать на кресте, который недостоин был вообще страдать, Он умер там на Голгофе за наши грехи. Безгрешный умер за нас, грешных. И это вполне показывает вот это качество милосердия Бога. Он не прошел мимо. Когда мы читаем Евангелие, Иисус Христос приводит такую притчу о добром самарянине. И вот там интересен такой момент, что человек избитый, израненный, лежит. Прошел мимо священник, прошел мимо левит, а потом остановился и оказал милосердие кто? Самарянин.
А какие взаимоотношения были у евреев с самарянами? Когда история описывает встречу Иисуса Христа с самарянкой, там она говорит, ну, как бы мысль такая, иудеи с самарянами не сообщаются. Если бы на этом месте лежал самарянин, и мимо проходили бы евреи, они оказали бы ему милость? Навряд ли. А здесь Иисус Христос показывает высоту вот этой добродетели, милосердия, да? Самарянин, с которым евреи даже общаться не хотели, а он оказал милость. И вот я думаю, что в нашей жизни мы не раз встречали, когда вот бывают друзья, бывают, может быть, какие-то взаимоотношения, но бывает, когда нам становится плохо или когда мы оказываемся в такой неприятной ситуации, не каждый проявляет милосердие. И вот единственный – это Иисус Христос. Он умер за нас грешных. Он является образцом милосердия. И поэтому, если кто томится в своей душе от своих грехов и пороков, и кажется, дальше нету выхода, есть выход. У нас есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И если ты склонишься пред Ним, попросишь прощения о своих грехах, Он, написано, прощает и не вспоминает боли. И поэтому я бы хотел предложить, чтобы мы могли спеть песню, братья предложат призывную песню. И если еще сердце Господь касается, сегодня есть возможность освободиться от этого гнета греха и испытать, что значит Отец милосердия, испытать радость прощения, испытать блаженство жизни с Богом.